Наша бабушка царя, пока нигде не пропадет. Меня зовут Константин Хватков. Сегодня мы присутствуем на самом большом мероприятии года, которое проходит на остров Град Свияжский. Это гастрофестиваль «Свияжская уха». И специально для наших гостей, специально для туристов мы сегодня готовим огромное количество ухи. Это 8000 порций по классическому рецепту, которые готовятся у нас ежегодно. Только из речной рыбы, только из той рыбы, которая водится у нас. Лещи – это самая распространенная рыба, конечно, в Волге. В нашем рецепте ухи самое главное – присутствует вся рыба, которая водится у наших водоемов. Закипела? Вот она, видишь, вот такая вся золотистая. Команда сборная «Волонтеры Арктики» представляет три города – Чебоксары, шеф у нас Дмитрий из Екатеринбурга и из Мурманска. Вот, варим мы арктическую уху. Эти овощи у нас кружочками. Видите такие кружочки? Да. Это сделано специально, потому что, когда вы овощи режете, он, ну, натертая на терке морковь и нарезанная крупными колечками, она же имеет разный вкус. В этой ухе будет, до того, как варить бульон, обжаривались креветки, потом вот они вынимаются. Здесь осталось масло и сок от креветок, в них варился бульон рыбный. Потом туда в конце будет добавляться 4 или 5 сортов рыбы у нас. Это Елена. Меня зовут Динара. Самый главный секрет нашей ухи – любовь. Мы все делаем с любовью. Судак, карась. Карась и форель. Здесь всем рыбу дают на острове. У них с утра было соревнование по ловле рыбы. Вот и нам попался сом, судак, карп. А вот главный особенный рецепт, чтобы вся команда вместе готовила для того, чтобы накормить тех, кто работает. Потому что кто работает, тот ест. Волонтеров Комсорфеста, которые сейчас на дебаркадере трудятся, и одни в 2 часа все придут к нам на обед. Рыбы. Во! Сметаны. Во! История приготовления этого блюда такова. Однажды мы выиграли в конкурсе международном и поехали в Финляндию благодаря моей супервезучей подруге. Мы попробовали суп под названием лахикейта, финская уха. Я решила узнать оригинальный рецепт и стала его готовить дома с большой татарской любовью, с определенными фишечками.